Друзья, всем привет! Сегодня у нас с вами будет очередная выставка. Всем, кто любит, кто ценит на живое искусство, острое искусство, присоединяйтесь, я вам сейчас покажу. Выставка будет такая, знаете, разносторонняя. Вот такой вот столик подготовил. Ножи здесь премиум-класса, рабочие ножи. Так, абсолютно все рабочие ножи. Сейчас я вам про каждый нож расскажу. Расскажу о нем. Вы можете это все приобрести в любую точку Российской Федерации, там стран СНГ и вообще по миру отправим. Итак, значит, кому что понравится, пишите менеджеру на WhatsApp, Viber. Я оставлю все данные под этим видео. И вам, с вами свяжутся, и вам это все отправят. Также мы можем сделать для вас именную гравировку, как инициалов, так и всечку на рукояти, скажем, да, там, с помощью инкрустации. Поехали! Вот наш выставочный стол, друзья. И, наверное, начну я давайте вот с этого ножичка под названием нож Сахалин. Охотничий нож, который выполнен из порошковой стали S125V. Вот в таком карбоне. Да, хочу сразу сказать, что ножи здесь не дешевые, но каждый, я уверен, что каждый из вас, который смотрит, просто хотел бы себе данный ножичек с этого стола. Цена данного ножа 45 тысяч рублей в карбоне, нож full tank с формованными ножными. Так вот он выглядит, с такими медведями здесь. Кому интересно, пишите. Телефон я все оставил. Следующий ножичек у нас. Это нож. Также из стали. S125V. Нож называется... Так, секундочку, сейчас вот так, чтобы... Нож называется «Медведь». Нанесено скримшоу. Ручка выполнена из клыка моржа. Больстер из макумы. Цена его 65 тысяч. Вот в таких вот ножнах. Финочка. Как же выставка без финочки, да? Ну, она выполнена в таких вот кожаных ножнах из натуральной кожи. И, собственно, сама финка. Финка нанесена такая всечка. Сталь кованая H12MF с двойным эфесом. Такой вот больстер, здесь знак НКВД. Цена данной финки 6500 рублей. Все ножи с этого стола, мужики, они в наличии. Если ножа не будет, мы также его сделаем для вас и отправим в любую точку. Пишите менеджеру, все контакты я оставлю. Порошковая сталь М390, нож называется Бекас. Или Бекас. Такая вот подгонка. Сталь не ржавеет, ручка. Цена его 16 тысяч, рукоять выполнена из стабилизированной карельской березы. Вот такой вот ножичек. Соответственно, ножны из натуральной кожи. Как я и говорил, повторюсь, выставка разносторонних ножей будет, то есть от дорогих до более таких бюджетных, но не совсем. Перед этим видео есть тоже видео, да, перед этим вот выпуском есть видео, где там присутствуют бюджетные ножи. Подписывайтесь на канал, смотрите. Их также можете заказать, они в наличии. Следующий нож у нас — это нож, легендарный нож Хищник. Знаю, что у многих он есть, и многие, ну, довольны работой, тем более здесь такая сталюга S390. Шикарная железка и подвод. Да, забыл говорить о подводах. Подводы у меня 0,3. Даже есть ножичек, у кого подвод 0,2. Ножи все абсолютно рабочие. Рабочий именно нарез. Цена данного ножа 31 тысяча. Вот в таких вот... ножнах. Ножны кожа растительного дубления. Нож турист из порошковой стали М398. Такой толстенький ножичек. Рубануть им
веточку без проблем. Небольшой Больстер. Его цена 34 тысячи. Мозаичные пины. Рукоять выполнена из карбона. Так вот он. Смотрите, какой красивый, как переливается. Вечный материал, которому ни хрена ничего не будет. Сталь не ржавеет, не требует ухода, как клинок, так и рукоять. Ну и соответствующие ножны, тоже из кожи растительного дубления. Вот в таком вот виде. Да, также мои ножи можно будет увидеть на выставке в Екатеринбурге, которая с 5 по 8 мая будет проходить, улица Горького, 4А. Приходите. Вот еще один нож Барс из стали, номер один, так ее называют, да? Номер один. Такая всечка здесь, Скорпион. Это такой, знаете, резак, универсальный нож, универсальная модель. И, соответственно, ножны. Ножны такого же плана. Так, есть. Его цена 30 тысяч рублей. Тоже, ребят, вот такой вот ножичек. Сталь, тоже железка такая, огонь. Сталь PGK. Закален на 63 единицы. Термообработка Крио. Рукоять стабилизированной карельской березы и сквозной монтаж. В комплекте вот такие вот ножны из кожи, из натуральной кожи. Цена 11 тысяч рублей. Железка злая, ребят. Очень злая железка. За эти деньги, поверьте, это кайф. Также ножичек, нож называется Охотник. Сталь PGK, рукоять Черный граб, тоже на сквозной монтаж. Соответственно, все, да, цена его 10 тысяч рублей. Все ножи, которые здесь представлены, это закалены с криообработкой. Каждый нож, который здесь представлен, за исключением финки, она H12M закалена на 61 единицу. Так, смотрите, мужики, вот это вот уже порошковая сталь Elmax. Сведение в 0,3. Это нож леший. На рыбацкую тему выполнен ножичек. Здесь сазан, всечка сазана. Да, приятно таким порезать колбасу. Так, ну и рыбку, соответственно, этим ножом можно все резать. И вот такие вот ножны. Его цена 17 тысяч рублей. Охотничий нож, шкуросъемный нож под названием Бобр из порошковой стали S125V. Такое вот сведение здесь идет на 0,3 мм. Ручка Ironwood. Его цена 30 тысяч рублей. Рукоять вот такого вот формата. Смотрите, она вот так вот выполнена. Да, вот видите, здесь прямые линии. Для того, чтобы можно было маневрировать, можно и так работать. Она не будет цепляться у вас и заходить туда, в брюхо, в кишки. Она будет отлично работать, ну, выполнять свои функции на охоте. К нему вот такие вот ножны. Тоже из кожи растительного дубления. Так вот они смотрятся на двойном подвесе. Небольшие, как и сам нож. Следующий ножичек у нас нож Охотник. Выполнен он из стали К-340. Так, фокусируйся. Вот. Вот такая вот геометрия у клинка. Я стараюсь медленно, чтобы вам лучше все разглядеть. Цена 10 тысяч рублей. Рукоять стабилизированной карельской березы. Ставочка такая красивая из темного кориана. С ним в комплекте нужно. Переходим к следующему ножу. Нож называется Ирбис. С пипец каким дорогим и крутым. Это, ну, это, знаете, да, карбон-сильвер.
Я не знаю, передает ли вам камера эту красоту. Сразу хочу сказать, цена его 30 тысяч рублей. Здесь он сведен 0,2. 0,2, 0,25. Так вот он выглядит вот в таких ножнах. Есть. Тоже следующая модель Ирбис. Но сталюга здесь, конечно, уже М398. Это мы назвали эту модель Ирбис 2 за счет вот этой фальшлезвия. Ну, фаски вот это то, что здесь, чтобы не путаться. Повторяю, мужики, если ножиков кто-то купит и ножа не будет, но он хочет, да, то мы сделаем также под заказ. Ну, конечно, сроки, все будет зависеть, опять же, от сталюги. Вот это вот такой карбон сейчас у меня есть в наличии еще. Его цена 37 тысяч рублей. Соответственно, ножны. Из Екатеринбурга есть тут, кто меня смотрит? В комментариях напишите. И из Новосибирска меня интересует. Тоже, возможно, будет там выставка. Ну и что, и заключение. Ножичек стоимостью 220 тысяч. Экземпляр под номером. Если вам видно, под номером 4. Вот здесь вот. Нож, который не имеет аналогов в мире. И их произведено всего 10 штук. Экземпляр 1, 2, 3 проданы. Сейчас есть в наличии экземпляр под номером 4 и номер 5. Уникальный нож. Несмотря на его цену, нож абсолютно рабочий. Закален на 61 единицу. Неописуемая такая красота передает вот этот клинок. Это все выполнено из серебра. Соответственно, к нему коробка. Так, теперь в ножнах он выглядит вот так вот. Здесь у нас паук. Шершень попался в паутину. Война такая идет между ними. Кто ж кого победит? Паук, шершень или шершень паука? Здесь такая вот символика. Ну и здесь, соответственно. И всечка. Соответственно, всечка тоже паутины. Тоже в наличии. Так. Все, в принципе, мужики. Я все их завожу в ножны. Кому что понравится, пишите. Сейчас я вам данные еще раз скажу. Да, мужики, сразу хочу вам сказать важное объявление. В случае, если YouTube заблокируют, то все контакты, где меня искать, я оставлю под этим видео. Это у нас Telegram, это группа ВКонтакте, мы будем там. Кстати, Telegram мне вообще понравился, он очень удобный. То есть выложил туда ножи по наличию, и моментально вы можете его заказать. Вам приходит оповещение, что нож, к примеру, вот данный нож в наличии, да, и вы его... Прям 5 минут и все, вам оформят девочки заказ и отправят. Так, на этом мы заканчиваем с вами выставку. Кому что понравилось, телефон менеджера плюс 7 920 005 42 55. Вы можете заказать, вам отправят. Вот такой вот нож суперский сейчас есть в наличии. Всем спасибо за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк. Пишите комментарий, откуда вы, с какого города. Чем больше я буду знать, тем больше будет вероятности того, что я именно приеду туда к вам на выставку. Все, всем спасибо, мужики, всем хорошего настроения.